Hey, с вами Саша Коллинз, и сегодня у нас с вами будет проверка супер классных и супер странных лайфхаков. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, а самое главное, не переключайтесь. Следующий лайфхак у нас заключается в том, что постоянно у нас загрязняются волосы, ну а время помыть их просто нету. Поэтому нам надо взять обычную муку и использовать как сухой шампунь, или точнее вместо сухого шампуня. Так что давайте это проверим. Убираю немножко вот так вот, буквально такую щепоточку в ручки. Наношу вот таким вот образом, как будто втираю. Мы прошли нашей шампунью, у нас супер объем, теперь мы его расчесываем. Что же хочу вам сказать, после испытывания данного лайфхака мне очень понравилось. Но, конечно, это не подходит для темноволосых, так как у меня уже корень отрос. На этом корне все равно виден такой некий белый налет. Я думаю, что и с сухими шампунями, в принципе, такой же эффект будет. А так, если вы светленькая, корень у вас идеальный, можно пользоваться реально. Но это, конечно же, надо не забывать, что это в крайних случаях, и все равно голову надо мыть. Так что да. Работаете за ноутбуком? Вдруг помешали ваши наушники? С помощью крышки ноутбука можно приклеить ваши наушники. Проверяем. Наушник. И пробуем, где он примагничивается. Наушники не приклеиваются. Кто бы мог подумать, что с помощью ваты и с помощью туши можно добиться красивого объема ресниц. Я этого еще не пробовала. Я пробовала уже с присыпкой, пудрой. Да, это работает, но дает какой-то более эффект для фотосъемок. Ну а с ватой это было для меня что-то новое, поэтому давайте же это проверим. Окрашиваем наши реснички тушью. Берем нашу щеточку и вату. После того, как я нанесла сначала тушь, потом вату, я бы не сказала, что какого-то вау-эффект я получила с помощью ваты. Да это еще и к тому же какое-то неприятное ощущение ваты на глазах, на ресницах именно. Вот мне не сильно этот эффект понравился. Не сказала бы, что он и не работает, но и прям какого-то восторга от него тоже не получила. Наэлектризовала свои волосы с помощью обычного кулька. Чтобы устранить наэлектризованность волос, нам надо взять обычную расческу, обычные мокрые салфетки. Надеваем на нашу расческу, как будто ее пронизываем вот так вот, как вермишелька у нас такая будет. Надели мы нашу расческу, так даже гораздо симпатичнее выглядит. Сказать, что эффект мне очень понравился, реально волосы не так электризуются, поэтому буду сама пользоваться таким вот способом. И что вы думаете, эта упаковка красивых сухарей лежит здесь не просто так. Способы, наверное, уже знают каждый. Нам надо взять две монетки. Мой способ еще не пробовала, поэтому мне жутко интересно, давайте его вместе с вами проверим. Опа, вы это видели? Порвалась. Теперь попробуем со второй стороны. Рвать. Опа, порвалась. И чтобы ваша камера заиграла всеми красками, получалось супер красивые фотографии, но это с вами мы сейчас проверим. Нам понадобится обычный скотч, не маркеры. Клеиваем отрезанный скотч на камеру. Вот, у нас это уже готово. Маркеры. Наша камера разрисована, теперь давайте проверим, как она будет фотографировать. Я фотографию, вот она. Она получилась у меня скорее мутная, чем какая-то цветная и яркая, поэтому этот лайфхак не работает. Так, мои дорогие, вот такие вот супер лайфхаки у меня вышли. Если вам они понравились,
то не забывайте ставить пальчики вверх, а также оставлять свои запросы внизу, какие видео вам больше всего нравятся. Если вам нравятся больше лайфхаки, то я буду снимать их больше. Вы мне, конечно же, об этом напишите. Я буду таким образом знать, что вам они очень-очень нравятся, и будем с вами снимать их больше и больше. Так что всем пока, мои дорогие. С вами была Саша Коллинз.